В выходные на дорогах области произошло несколько серьезных ДТП, в которых погибло 5 человек. В основном это владельцы двухколесного транспорта, мотоциклов и велосипедов. О происшествиях расскажет Илья Лобов. В субботу на Большой Московской велосипедист, ехавший по обочине, попал под колеса автобуса. От полученных повреждений он скончался на месте. За несколько дней до этого на Дворянской водитель Тойоты подрезал велосипедиста на тротуаре. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. На территории Суздальского района в субботу произошло еще две трагедии. Погибли два мотоциклиста 32 и 35 лет. Один из них выехал на встречку на трассе Суздаль-Гаврилов-Посад и лоб в лоб налетел на грузовик. От удара его Ямаху замяло под бампер самосвала. Другая авария произошла на М7 на подъезде к Иваново. Водитель автомобиля Audi не пропустил мотоциклиста на перекрестке. В результате столкновения байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. От дорожных происшествий к новостям криминальным. Вчера на Нижней Дуброве полицейские накрыли очередное нелегальное казино. Из помещения изъяли 9 материнских плат, 18 мониторов, системный блок и жесткий диск, а также выручку – около 12 тысяч рублей. На оператора заведения составлен протокол за незаконное проведение азартных игр и торговлю алкоголем после 23:00. А вот владельца оборудования еще предстоит найти. А владимирские наркополицейские в ночь с субботы на воскресенье наведались в один из городских ночных клубов. Поступила информация, что там не только частенько появляются люди в состоянии наркотического опьянения, но и распространяют запрещенные вещества, в том числе героин и спайсы. В результате были задержаны 7 посетителей клуба. Их отправили на метасвидетельствование.